Кока-Коле и попкорну сейчас все возрасты покорны. Вот. Так они и жили. Ели, спали, спали, ели. И куда-то полетели. Ну что, американского производителя рекламируешь? Блин, напился я сегодня. У меня Марс есть, как раз Кока-Коле. Че ты напился? Слушай, такое дело. Девушка приедет, это, Алена, на площадь ровно 15.00. Значит, в 4 часа дня она записана на консультацию. По уху. А я уже напился прям. Я хочу, чтобы ты меня сопровождал. Вместе поедем, но на ее машине. Твоя пока здесь постоит. Ты как этот, как телохранитель, как помощник, как этот, зам начальника штаба, да. Зам председателя правления. Да. Ну, миссия какая? У нее отит, ухо заболело. Сначала думали вызвать врача, прям коттеджный поселок, а... А зачем это? Есть специально, у меня были подобные истории много раз. Но. Я подвержен ограничению. Но короче, есть решение. Препарат, да. Какой? Кандикап называется. Он вот. Очень круто, быстро лечит. Я понял. Ну ладно, но все равно я не рискнул и к врачу. Потому что те меры, которые я предпринял, они не возымели действия. Но вмешались еще трое лекарей после моих процедур и все испортили. А я уже вылечил практически. А нахуй я это записываю? Я думал, какая-то будет речь какая-то. А там. Это я веду все. Там. А, это длинная подводка? Да, это подводка. Это уже 3 минуты подводка. Подводка. Уже все отключились. Люди отключились сюда. Да, да, да. Проклятый коронавирус. Короче, сегодня пьем Вискар 7-летний. Это хорошая дезинфекция. А Кока-Кола, она здорово стерилизует вообще. Абсорбирует. Желудок, да. Это... Самый лучший вообще антивирусный препарат. Вот рекламирую. Кока-Кола. И для наших американских друзей и друзей всего мира предлагаю пить в эти сложные времена Кока-Колу. Такой выпил и умер. Такой. Таких слов Путин может не позвонить. Он все слышит. А у него тоже договор с ними. И это мы, этот клип мы отправляем нашим друзьям с Америки. From Russia for love. Hungry Velix. Да. А найти нас можно по сайту. Какому? По какому сайту? Ну, просто адрес надо. Да быть. Просто найти нас можно. Найти нас можно, да. Мы так и рассуждаем. Мы все это выложим на... Мы по ссылке ниже, вот да. Там где-то, все. Короче, вот по ссылке там. Будьте здоровы, не болейте, есть простые способы. Элементарные виски и киски. Кока-Кола. И привет компании Кока-Кола. Надеюсь, что вы заметите этот рекламный ролик. И отмышляете нам пару-тройку лямов баксов. Да. Тогда давайте теперь Кваст рекламировать. Давай, у давай. Меня Очаковский есть, он быстрее может заплатить, он тут рядом находится. Давай. Надо, значит, мы предлагаем два варианта. Либо, да, тогда надо квас бутылку, а бутылку квасу. А принтер есть у нас в штабе? Есть. Есть. Два. Три. А что распечатал? Сейчас мадам приедет. Распечатать мадам? Да. А вот главное украшение стола и антисептик.
Ну, это дубль 2. Давайте заканчиваем. Дубль 2, кадр 3. Заканчиваем тогда мы эту передачу. Всего хорошего. Потому что сейчас будем снимать рекламу для... Следующий фильм. Да. Следующая серия. Будьте здоровы. Так давай все в одном ролике будет. Нет, мотор. А пусть в одном ролике будет. Ну, я хотел это предложить директору компании Очакова. Ну, так весь пусть поржет хоть. Думаешь? Ну, конечно. Ну, Марс я не хочу рекламировать. Кто это мне подсунул? Да, компания Марс, я думаю, что вы делаете слишком сладких. Делайте более соленые. Да, сделайте какую-то линейку нормальную. Тогда мы будем вас тоже рекламировать. Ну, ладно. Вот. И сделайте с мясом пару вариантов. На всякий случай мы вам показываем. Вот он Марс, да. Марс? У вас есть, не отравитесь. Марс с мясом. Да. Класс. Да, но, друзья, самый лучший, самый прекрасный напиток – это квас очаковский. Мы его открываем. Осторожнее, может эбонит. Вот, наливаем. Ух ты. Дымится. Дымится, да. Ух ты. Это лучший антивирусный препарат. Слушай, он круче какого смотрится. По версии телеканала «Я так думаю», мы выдвигаем его на номинацию «Самый лучший антивирусный препарат в России» и будем ходатайствовать перед Владимиром Владимировичем Путиным о присвоении компании Очакова первой премии. Ордена Сутулова. Ордена, да. Ордена мужества настоящего. Вот, стащили стакан. Так, а вина не осталось, да? Нет, конечно. Ну ладно. Мы же всю ночь сидели. Всю ночь сидели. Вот. Ну, хорошо. Обращайтесь в наш рекламный отдел. Вам там все объяснят. Да. Будьте здоровы. Да. По коридору прямо. Да. Это была реклама от Александра Серегина Кастро, вице-президента фонда «Наследие страны». За кадром кашлял Сеникай. Соавтора серии книг «Проект Россия», сыном Фиделя Кастро. Это титры идут финальные. Директором штаба поиска клада Наполеона. Секретаря русской партии. Это все ты? Да. Ух, какой прям. И менеджер самого главного проекта в мире, который называется «Соборная социальная сеть России». Будьте здоровы. Ну, я так думаю. Окей. О, я так думаю, да, молодец, добавил, потому что на их ресурс, на нашем, так сказать. Ладно, все, бай. Да, будьте здоровы.